Всем привет! Меня зовут Алексей Мищенко, конечный бойц по бразильскому джиу-джитсу. Представляю Академию Канкалагава Интернешнл, профессор Бруно Макьяс. У нас в гостях Артем Ухаров из Москвы, групп Icon. Сейчас покажем свою короночку с випы с хавгардом. Так, забираем хавгард. Плотно, если соперник с длинной ногой, длинной ноги, то есть высокий, подцепляем ножку снизу. Далее, немножечко лежим на боку, ни в коем случае не лежим на спине. Достаем его передний лапел и как можно глубже этой рукой засовываем андеркук и передаем лапел. Раз, два. Тем самым мы близко приблизились к нему. Далее, можно этой ручкой засунуть под ногу андеркук, если она возможна. Заправляем отсюда, можно прихватить штаны. Далее, меняем ноги, захват ног, раз, и начинаем натягивать. Забрали, натянули и немножечко подбиваем. Раз, два, три. Еще раз показываю. Так, я забираю хавгард, нахожусь на боку, забираю его ближний лапел, достаю как можно глубже. И делаю этой рукой андерхук. Как можно глубже передаю лапел в эту руку. Смотрите, ребят. Если он лежит не на боку, а на спине, я очень легко делаю ему кроссфейс. Он уже хавгард не работает. Когда он лежит на боку, да, здесь, мне это сделать очень сложно. Да, мне надо его раскатить. Когда он забирает лапел, у меня эта рука не работает. То есть, если лапел где-то отпустить, я могу делать кроссфейс. Когда он забирает лапел, моя рука не работает, я не могу этого сделать. То есть, видите, у меня спина, я не могу работать спиной. Он меня поворачивает, да, вот за счет этого захвата. Да, продолжай. Далее ноги, делаем к ней твист, меняю захват. Также можно эту ручку просунуть либо андеркук под ногу, либо взять просто за штанину. Подбиваю тазом. Очень важно, свип. Очень важно держать ногу и нижнюю ножку вытаскивать. Раз, два. Опять толкай, да? Беру. Поход. Смотрите, ребят, когда у меня колени еще здесь, даже с лапелом, я могу играть вот такую осанку и более-менее чувствую себя в безопасности. Но если он перехватывает верхней ногой, делать не ты, видите, у меня колени повернулись туда. Я не могу правым коленом поставить опору. У меня вот там практически ничего нет, только эта рука. И только вот в этом диапазоне. То есть из-за того, что у меня весь корпус, и ноги, и корпус повернут туда, я буду вынужден упасть либо вправо, либо влево. Да, то есть я падаю, мне нечем защищаться.